Ой, какие нежности! Опять они обжимаются. Не обжимаются, а обнимаются. А тебе что, завидно? Чего? Да они меня бесят! Смотреть на них не могу. А мне приятно. Это же так романтично. Эй, вы! А можете обжиматься в каком-нибудь другом месте, а не в классе? Аминка, пошли отсюда. А то меня сейчас стошнит от зависти. Да ты чего, Ромка, завелся? Пошли, говорю. Ай. Давай уже отсюда свалим. Зачем? Они меня не бесят и даже не мешают. Ну ты и тормоз. Может быть, они-то нам и не мешают, а вот мы тут даже и не в тему. Ну ладно, пошли. Эй, дверь-то закрывать надо. Лер, ты такая у меня. Какая? Ну, суперская вообще. Блин, ты тоже. Лер, давай поцелуемся. Да-да, вы уж подождите, когда я пройду, а потом целуйте, сколько влезет. Что это такое с Викой? Понятно же, что. Она же к тебе неравнодушна, вы же с ней мутили. Да ладно тебе, давным-давно это было. Да хватит на нее пялиться, или ты тоже не можешь ее забыть? Да не пялюсь я, просто мне ее жалко. Жалко? Да, немножечко, чуть-чуть. Все, забыли, давай поцелуемся. Ну вот, и здесь обнимаются. Что за дела, нормальным людям некуда деться от этих ненормальных. Это кто тут ненормальный? Да ладно, Майкл, они нам просто завидуют. Мы, девочки, наверняка им тоже нравимся. Может и нравитесь, только вы какие-то свои в доску. Столько лет в одном классе, вот были бы вы чужими? Точно, чужие всегда интереснее. О, так вы у нас знатоки любовных отношений, офигеть. Да уж, удивили, прям философы какие-то. Здравствуйте, Юрий Иванович. Здравствуйте, а где все? Где все? Гуляют, наверное. А мы тут занимаемся. Понятно. Я вижу, как вы занимаетесь. Все гуляют, чтобы вам не мешать. Так? Кстати, Соня, я тебе должен напомнить, что у тебя начались проблемы с учебой. Еще одна плохая оценка, и я буду вынужден пригласить твоих родителей в школу. Нет, Юрий Иванович, не надо родителей, я исправлюсь, мне Андрей поможет. Андрей, я вижу, как он тебе помогает. В общем, Соня, я тебя предупредил. Полный трэш. Привет, Вика. Привет. Ты чего такая? Что-то случилось? Ничего не случилось. Иди, куда шел. Ну, я шел к тебе. Мне сейчас не до тебя. Значит, все-таки что-то случилось. Может, я могу тебе помочь? Кто тебя обидел? Да никто и не обидел. Просто там Майкл с Лерой обнимаются, а она ревнует. А ты, Амина, не лезь не в свое дело. Мелко еще об этом говорить. Вика, ну зачем тебе этот Майкл? Что ты в нем нашла? Он же обычный бабник. А тебя, Рома, никто не спрашивает. Не суйся. Вик, ну правда, забудь ты уже про него. Сколько можно? Лучше замути с кем-нибудь. Ему назло. Точно, замути с кем-нибудь. Например, с Пашкой. Майклу это точно не понравится. Назло, говорите? А ну-ка, идем, Пашка. Интересно, что она задумала? Сейчас что-то будет. Знаешь, Лер, мне всегда по-настоящему нравилась только ты. Правда? А с другими что было? Не по-настоящему? Ну, с другими это было так. Несерьезно. Паша, ты такой мне классный, и кольцо такое обалденное подарил. Вика, для тебя все что угодно, ты лучшая. Спасибо. И тебе спасибо. Майкл, ты чего опять на Вику уставился? Ревнуешь, что ли?
Да не ревную я, мне просто интересно. Ну, конечно, интересно. Вон, Пашка, Вику любит, кольцо ей подарил. А ты? Ты мне ничего не даришь, только лапшу на уши вешаешь. Да ладно тебе, Лер, я просто еще не успел. Не успел? Вику забыть? Я же вижу, как ты на нее смотришь. Да не смотрю я на нее. Угу. Говоришь, не смотришь, а сам пялишься на нее. Ну, Вика, ой, то есть, Лера. Ты меня Викой назвал? Капец. Это случайно. Отстань. Черт, ну почему с ними так сложно? Эти парни все одинаковые. Ненавижу. Ты что, с Майклом поссорилась? Ну, типа того. Ну, бывает. Все ссорятся и мирятся. О, вон Соня идет, расстроенная. Тоже, что ли, поссорилась? Девчонки, у меня проблемы. Что, с Андреем поссорилась? Бывает, все ссорятся. Нет, у нас все хорошо. Мы столько времени проводим вместе. Я даже не успеваю уроки учить. И ты из-за такой фигни расстраиваешься? Радуйся, что у вас все хорошо. Как радоваться? Мне Юрий Иванович сказал, если будет еще одна плохая оценка, то он вызовет моих родителей в школу. А если они узнают, то заставят меня учить уроки. И я не смогу встречаться с Андреем, ходить в кино и на дискотеки. Да уж, ситуация. И как мне теперь быть? Что мне теперь делать? Я в отчаянии. Ну, тут только один выход. Вам с Андреем просто надо временно не встречаться, чтобы ты смогла исправить положение. И что теперь? Вы предлагаете мне с ним расстаться? Да не расстаться, а просто сделать паузу в отношениях. Да, паузу. Иногда это даже на пользу. Но как мне ему об этом сказать? Он же обидится. Поговори с ним откровенно. Скажи, что это просто необходимо для вас. Он же не дурак, должен понять. Да, девочки, вы, пожалуй, правы. Пойду поговорю с ним. Настя, а ты специально Соне предложила не встречаться с Андреем, чтобы самой с ним замутить? Да нет, что ты. Как я могу с ним замутить? Ему же Соня нравится. Ну и что? Им то одна, то другая нравится. Майкл он опять на Вику засматривается. О, Соня, ну как, поговорила с Андреем? Да, с трудом. Но он согласился пока что не встречаться. Мы даже в кино сегодня не пойдем, хотя он купил билеты на последний ряд. Ладно, Настя, я пойду. Пока. Похоже, мы с Андреем сегодня идем в кино. А почему бы нет? Мы же друзья. А вы ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Пока!